Витамины для мужчин при планировании беременности. Готовиться к зачатию нужно не только будущей маме, но и будущему отцу. От качества сперматозоидов зависит успешность зачатия и здоровье эмбриона. Сперма способна обновляться, а значит, можно поспособствовать развитию новых здоровых сперматозоидов. Приступать к приему витаминных комплексов стоит минимум за 90 дней до планируемого зачатия. Именно столько времени требуется сперме, чтобы полностью обновиться. Какие витамины и минералы требуются мужчине на стадии планирования беременности? Витамин В9 – фолиевая кислота. От нее зависит, насколько полноценными сформируются сперматозоиды и насколько быстрыми они будут. Витамин Е отвечает за жизненную силу мужских половых клеток. Норма этого витамина гарантирует сперматозоидам быстроту и защиту от неблагоприятных условий на пути к яйцеклетке. Витамин С регулирует выработку тестостерона и прочих половых гормонов, от которых, в свою очередь, зависит, насколько здоровыми получатся сперматозоиды и смогут ли они выполнить свои функции. Цинк, подобно аскорбиновой кислоте, контролирует синтез мужских половых гормонов и делает сперматозоиды менее восприимчивыми к механическим повреждениям. Селен отвечает за сексуальность мужчины в любом возрасте, усиливает половое влечение и позволяет мужчинам в возрасте оставаться сексуально активными. Омега-3 укрепляет сосуды и питает клетки мозга, входит в состав головного мозга и сетчатки глаза будущего малыша. Витамины для мужчин для улучшения мужской потенции. Ухудшение потенции развивается с возрастом, а также под воздействием других факторов, среди которых и авитаминоз. Какие витамины и минералы помогают сохранить и даже восстановить мужские сексуальные возможности? Цинк – главный кирпичик тестостерона. При его участии строятся и развиваются молекулы полового гормона. Цинк помогает укрепить сексуальность мужчины. Это важнейший микроэлемент, препятствующий развитию простатита. Селен также участвует в создании гормона тестостерона. Он положительно сказывается на свойствах спермы, поэтому незаменим при лечении и профилактике бесплодия. Из витаминов на потенцию в первую очередь влияют витамины А и Е. Они отвечают за выработку тестостерона, важнейшего мужского полового гормона. Витамин С повышает защитные механизмы, благотворно воздействует на сосуды питания половых органов и, как следствие, на мужскую силу. Витамин F делает прочными мембраны клеток, а значит, способствует укреплению половых органов и регулирует половую функцию. Омега-3 укрепляет сосуды и питает клетки мозга, укрепляет опорно-двигательный аппарат и является профилактикой простатита. Витамины для мужчин при физических нагрузках. Не только спортсменам нужна витаминная подпитка. Мужчина, целый день занимающийся физическим трудом по работе, также нуждается в комплексе, который ускорял бы его обменные процессы. Позволял питательным веществам всасываться организмом в полном объеме, повышал выносливость. Особые витамины требуются не всем мужчинам при нагрузках. Так, ежедневная часовая тренировка, по мнению экспертов, еще не повод озаботиться специальными витаминами для культуристов. При таких нагрузках и физической работе мужчине подойдут комплексы общего направления, такие как Ундовит, Динамизон, Комплевит Актив, Гирим, КС, Энерджи и ДР. При двухчасовых и интенсивных тренировках и еще более продолжительных рекомендуются витамины С, Д, Е, А, а также витамины группы В. Витамины для мужчин при стрессе. Мужчины попадают в стрессовые ситуации едва ли не чаще женщин. Статус представителя сильного пола вынуждает его стойко выносить все трудности. Витаминный и минеральный комплекс при стрессах защитит нервную систему мужчины от истощения. Главные витамины при сложностях жизни – витамины группы В. Их часто назначают в периоды для профилактики депрессий. Витамины укрепляют сосуды и положительно влияют на работу сердца, что позволит избежать таких неприятных последствий стресса, как сердечные приступы. Витамин D буквально поддерживает жизнь в человеческом теле. Получить его можно с солнечным светом, поэтому во время стрессовых ситуаций мужчине показаны прогулки в солнечную погоду. Витамин С важен для мужского организма всегда. При стрессах необходимо крепкое здоровье, чтобы болезни не усугубили реакцию на сложности. Витамин С повышает иммунитет и действует как антиоксидант. Для укрепления физического здоровья наряду с аскорбиновой кислотой мужчине рекомендуется витамин Е и А. Последний осуществляет профилактику респираторных заболеваний, а витамин Е улучшает защиту организма от болезнетворных микробов. Ведь во время стресса ослаблено все тело.
Омега-3 необходим для защиты сосудов от инфарктов и инсультов. Незаменимые аминокислоты – триптофан, валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, трианин, аргинин и фенилаланин, которые имеются в протеиновых коктейлях и которые участвуют в выработке гормонов счастья. Витамины для мужчин для роста волос. Мужчины сталкиваются с такой неприятностью, как возрастное выпадение волос. Иногда этот процесс начинается довольно рано, еще до 30 лет. Витамин HB9 называют элементом мужской силы и привлекательности. Он не только укрепляет волосяные луковицы и делает волосы блестящими, густыми, прочными, но и действует как профилактическое средство против выпадения. На ранних стадиях потери волос этот витамин также полезен. Еще один важный элемент для мужских волос – витамин Е. Комплекс витаминов для мужчин после 40. Все перечисленные выше витамины должны входить в рацион 40-летнего мужчины. Но особое внимание в этом возрасте обратить на витамины, описанные ниже. В среднем возрасте мужчина нуждается в первую очередь в витаминах-антиоксидантах, которые замедляют процессы старения в организме. Это витамины С, Е, А и микроэлементы. Принимая их, мужчина сможет поддерживать былую физическую и умственную активность. Витамины укрепляют сосуды и поддерживают работу сердца, а значит, являются профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Недугов, риск возникновения которых с возрастом только повышается. Витамин С, ко всему прочему, укрепляет весь организм, делает его более выносливым к разного рода болезням, в том числе респираторным. Сохранить мужскую сексуальную силу помогут фолиевая кислота, цинк, витамин А и Е. Они отвечают за формирование половых клеток, активность сперматозоидов и качество спермы. При достатке этих элементов в организме мужчина после 40 лет может быть не только полноценно активным в сексуальном плане, но и способным зачать ребенка. Важным является комплекс витаминов В. Витамины группы способствуют процессам строения клеток, регенерации тканей и обмену белков на клеточном уровне. Это защищает клетки всего организма от преждевременного увядания. Немаловажен в среднем возрасте и внешний вид мужчины. Мужскую красоту придает витамин В9H, который прозван главным элементом привлекательности сильного пола. От наличия этого витамина зависит состояние и молодость волос, кожи, ногтей. Витамины для мужчин, советы и отзывы. Кроме синтетических комплексов, мужчине важно полноценно отдыхать, высыпаться, заниматься спортом и правильно питаться. Представителям сильного пола нужно находиться в комфортной обстановке дома и на работе. От этих факторов зависит сила и красота мужчины, его молодость и активность в любом возрасте.